В Ульяновской области подвели итоги работы транспортного комплекса за 2018 год. Совещание прошло на автотранспортном предприятии номер один. Основная цель сегодняшнего совещания – это повышение качества пассажирских перевозок. Здесь мы два аспекта рассматриваем. Первый – это восстановление того количества подвижного состава, который заложен расписанием. К сожалению, по городу Ульяновску у нас идут отклонения, особенно вечерние часы работы общественного транспорта. И вторая задача – это повышение безопасности пассажирских перевозок. В целом, сухие цифры статистики говорят о том, что услугами транспорта в прошлом году воспользовались больше 75 человек, что больше аналогичного периода прошлого года. Так, сегодня пассажирские перевозки выполняются по 178 областным маршрутам 56 перевозчиками. Однако водители, зачастую гоняя за прибылью, забывают о безопасности пассажиров. Набивают салон людьми, как селедкой бочку, а сами пассажиры, в свою очередь, забывают пристегиваться ремнями безопасности, что приводит к трагедиям. Проведя анализ, видим, что количество дорожно-транспортных происшествий растет, вместе с тем растет и количество раненых, и погибших. Среди проблем участники совещания также назвали износ подвижного состава и подорожание топлива, что неизбежно повлечет за собой рост цены за проезд в транспорте. Представители профильного министерства предложили перевозчикам подойти к этому вопросу цивилизованно и подписать общий меморандум. Документ обяжет более 70% перевозчиков, работающих по нерегулируемому тарифу. Они должны будут заблаговременно предупреждать пассажиров о планируемом повышении цен, проводить независимый аудит расходов и экспертное обсуждение принятых решений. Однако не все перевозчики согласились с таким вариантом решения наболевшей проблемы. У нас есть работающий механизм повышения тарифов. Зачем мы велосипед изобретаем? Тем более не то, что тандемный, на котором вдвоем кататься, а тут в фабуле три стороны указано данного договора. Как итог, вопрос решено вынести на повторное обсуждение. Участники совещания обсудили и планы на ближайшее время. Так, в этом году закупят 40 новых автобусов для Ульяновска и Димитровграда. Кроме этого, будет создан единый региональный ситуационный центр и запустится пилотный проект «Умный регион» на территории города, что подразумевает организацию автоматических регулируемых светофоров. Все это позволит разгрузить дороги в часы пик, снизить количество ДТП, быстро реагировать на внештатные ситуации, в том числе связанные с погодой. А самое главное, улучшит общую картину пассажирских перевозок в области. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.